замечательная программа сегодня. Олег, вот за что только не отчитывают наших бедных детей на родительских собраниях. Согласен с тобой. Многие учителя, например, гневно сокрушаются, что, мол, дети бегают на переменах. А что же им, стоять по стойке смирно? Скажите спасибо, что они на переменах не летают. Ой, не говори. Представляешь, у сына моих друзей в дневнике записано. Уважаемые родители, срочно в школу. Ваш сын превысил допустимую скорость на вираже от столовой к актовому залу. Штраф 300 тенге. Ребята, это что-то из Гарри Поттера. Ой, смотри на сцену. Дорогие друзья, сегодня в шоу «Добрый вечер, Казахстан». Любимая роза страны – Роза Рымбаева. Ура! Асығып жүкен шағала күндер. Базарлы масым шырқ.